Я считаю то, что этот фильм, он интересный тем, что персонажей больше из-за этого, и сюжет это интересный, потому что каждый персонаж раскрывается в меру своих возможностей. Хороший фильм. Ну, только слишком контраст такой чувствуется между мрачностью и шутками. Вот. Ну, и некоторые моменты показались немножко глупыми, а так понравился. Без таких сюжетных дыр. Ну, то есть более такой скомпонованный фильм. Очень-очень понравился. Мне, в принципе, нравятся герои Марвел, поэтому я в восторге. По-моему, вообще веселый фильм есть. Скажем так, «Бэтмен против Супермена» был, мне кажется, пониже уровень. То есть это подняли уровень. Хороший фильм, но атмосферный. Этот, на мой взгляд, самый лучший. Этот фильм как-то интереснее. Тут все злодеи объединились в итоге. Как-то это дружба как-то веселее получилась. Фильм хороший, намного лучше, чем говорят зарубежные критики. Но если бы не клише в последней части, то он был вообще великолепный. Саспенс где-то в середине, ну, прям чудо. Ну, против «Бэтмена», против «Супермена» этот фильм, ну, более легкий, очевидно. А там была, ну, попытка как-то, ну, сделать фильм новоплановым, добавить, может, ну, драмы, сделать его, ну, в контексте разных историй, там, драма в стиле Макбета у Бэтмена, драма более личного Супермена, плюс общая концепция мира. Здесь, конечно, все проще. Здесь нет и замутов по внешней политике, но зато больше развлечений. Ну, насилие оно везде, и, ну, во всех фильмах, в принципе, одинаковое. Так что достойное продолжение. Ждем Лигу справедливости.